Привет. Здесь такой черный фон, потому что мы будем смотреть вглубь вашего мужчины, в его душу. И спросим у него, что бы он хотел изменить в ваших отношениях. Это игральные карты, и они цыганские. Они очень правдиво, классически гадают. Вы, наверное, уже знаете эти карты, я уже не раз их использовала, и каждый раз мои зрители любят очень эти карты. Все будет видно. Вы получите ответы на все ваши вопросы именно в тот момент, когда вы нажали «посмотреть». Заглянем в его душу, вызовем вашего мужчину, вашего любимого человека. Есть ли он, или же он есть в проекции, то есть в будущем. И спросим у него, если бы он мог изменить реальность, что бы он сделал, если бы он мог изменить реальность? Ваш мужчина, тот, которого вы любите. И будет ли это реальность? Будет ли это счастье между вами, которое вы хотите? А хочет ли он того же? Сейчас будет предиагностика. Как я делаю предиагностику? Смотрите, вот что вышло, да? Угу. Это ваша карта? Вот как интересно, да? Я сказала, сейчас будет предиагностика. А если кто-то смотрит мои расклады, знает, что эта карта перед вами и после вас. И сразу первая карта, которая вышла, это вы. Итак, чего же вы хотите? Ну, вы хотите, чтобы он вас понял. Вы хотите с ним близости, плетки. Плетки – это повторяющиеся движения, это значит близость. А также вы хотите, чтобы ссора, которая между вами была, она ушла навсегда. Меня спрашивают, как не жить в прошлом? А в прошлом жизни нет. Понимаете, это все иллюзия. Поэтому не волнуйтесь о прошлой ссоре. Вообще в цыганских картах плетки тоже ссоры. Так что десятка – это значит повторение первого номера. Вы не хотели бы, чтобы вас он опять ранил? И вы не хотели бы, чтобы вы пережили то, что вы уже пережили с ним? То есть какое-то разочарование. Девятка – пик. Ну, а девятка перед десяткой – это полное прошлое, которое осталось в прошлом навсегда. А вообще роза, она означает красоту. Здесь даже написано. Roses indicate beauty and rugged health. А розы означают красоту и крепкое здоровье. Вот и у вас будет красота и крепкое здоровье. Это диагностика ваша. Я эти карты не убираю. Но я хотела бы сделать и диагностику для него. Почему нет? Правда? Знаете что? Почему бы нам не вот так сделать? Потому что важно, чтобы вы видели всю его диагностику. Теперь мы будем искать карту мужчины. Здесь чем великолепны эти карты, что здесь такое соединение. Ленорман, цыганские, игральные. И дополнительная карта есть. А также есть сигнификаторы. Итак, мужчина. Мы ищем его. Одна карта перед ним и одна карта после него покажет предиагностику. Ну а потом я начну делать вокзал для двоих. Вот эта карта, она написана «represent», то есть репрезентует, показывает мужчину. И мы посмотрим его крупным планом сейчас. Что он сейчас думает, чувствует и на что он смотрит в своей жизни. Он смотрит на карту «змея». Во-первых, он чему-то уже научился, да? «Змея» — это, конечно, признак его ума, его развитие. Он развивается с вами, он начинает понимать, что хочет женщина, и он любит вас. Карта змея – это мужская сексуальность. У него к вам сильная страсть, у вас к нему страсть, и у него к вам страсть. Это очень хорошо. А также змея означает то, что он жалеет о том, что сказал вам. Он сказал, как вот характер у него сформировался, да, основанный на предпочтениях предков, на том, как он сформировался как личность. И он через этот короткий расклад при диагностике просит у вас прощения. Знаете, короткий расклад иногда просто в цель попадает, правда же? И показывает, что он жалеет о том, что он сказал. Может быть, даже еще один здесь есть такой слой. Я показываю разные варианты, поскольку у меня всегда в одном варианте нужно знать, что высшие силы, вот пока они говорят, нужно слушать, да? В одном варианте все будет так сделано, что вы себя узнаете и поймете. И эта книга, это может быть его портмоне, это может быть деньги. И он сейчас проходит какой-то урок касательно заработка, касательно, может, изучения чего-то. Но это уже еще один слой, еще один уровень его сознания. А теперь я буду делать большой расклад. Здесь такая красивая пара, вы и он. Я отправляю назад все карты, которые вышли перед этим. Они нам понадобятся, конечно, нужна полная колода.
И мы посмотрим, что он задумал. Если бы он хотел что-то изменить, что бы он изменил? Что сейчас происходит в его сердце? Что сейчас происходит в его сердце? Я вот беру карту. Смотрите, это неплохо, это бубен, это карта, конечно, ценностей, да? Что происходит сейчас у него в голове? Но я автоматически с вашей стороны тоже беру карту, потому что самопознание – это часть, конечно, жизненного пути. Что происходит у него в голове? Ну что ж, неплохо, неплохо. В голове он, конечно, вычисляет формулы всякие, да, прыгают у него в голове. Как заработать, как заработать? Карта Лиса и Туз Червовый. Он хочет вам понравиться. Он почему-то решил, что если он будет зарабатывать, он будет вам больше нравиться. У него такое понятие, что если он будет зарабатывать, он будет больше вам нравиться. А с вашей стороны одна трефовая масть выходит, видите? Тройка треф и семерка треф. Тройка и семерка – это очень хорошие номера по нумерологии, и они означают перспективу, перемены, движение вперед. Вообще все нечетные цифры, они обладают движением жизни, обладают энергией жизни, энергией созидательной. Ну, а треф – это, конечно, деловая сфера, то есть вы деловой человек. Это самое главное, кстати. Вы формируете свой каждый день, вы очень собранный, деловой человек, очень оригинальный в своем мышлении, очень красивый в своих внешних проявлениях, вы за собой очень следите. И вы не жалеете на это ни средств, ни времени. Здесь карта Лилия, и вы давно это делаете с успехом. Эта карта говорит, что будет happy life, будет длинная счастливая жизнь. Кстати, вот здесь написано на этих картах, здесь еще дополнительные такие записи, очень уютные, приятные. Кстати, а здесь good health написано, это дерево. Карта дерева, кстати, Ленорман компонуется, а здесь карта Лилии, Ленорман. Длинная счастливая жизнь. В общем, вам предсказание здесь, длинная счастливая жизнь. Ну что ж, наконец-то откроем его сердечко. Откроем его сердечко вот посередине, да, что бы он хотел вам сейчас сказать, да, ведь это же тоже вызов мужчины. А карта собака, все ясно, да, а 4 это постоянно, он постоянно хочет вам сказать, что он вас любит и виляет хвостиком, и хочет любить вас всегда, и хочет угождать вам всегда. Это карта собака, это карта абсолютной любви. Абсолютной любви. Написано здесь true friend. Он самый лучший друг вам, не только как любовник, но и тоже самый лучший друг. Самый-самый лучший. Если он еще не муж, он обязательно им станет. Очень хорошо. Очень-очень хорошо. А что бы он хотел изменить? Это будет в ногах. Ведь мы заказали тему расклада, чтобы он хотел изменить. Девочки, вышли карты. Вышли карты рыбы. Вышли рыбы, да, хотела сказать. Видите, здесь Ленорман, конечно, задействован. И карта рыбы компонуется с четверкой червовой. Но он хотел бы больше постоянства, конечно. Вообще такой расклад, он с одной стороны движет вперед, потому что говорит, вашу судьбу предсказал, это счастье, долгое счастье в жизни. А здесь одни красные карты. И они показывают, что он очень хочет постоянства. Четверка бубен и четверка червовая. То есть он хотел бы постоянства в деньгах и постоянства в любви. Он хотел бы счастливого дома. Десятка бубен – это счастливый дом, как империя. Когда есть все, когда все устроено, да? Когда и есть доход постоянный, и все, полная чаша, совет да любовь. Вот такая карта, да? Вот, и он хотел бы сразу, все сразу, здесь и сейчас, потому что карта коса и урожайная карта говорит, именно сейчас, здесь и сейчас он хотел бы сразу все это иметь. Он, наверное, человек нетерпеливый, потому что я вижу карта лиса вот здесь сверху в голове, у него постоянно пожар, такая рыжая лиса, он, да, но он может и не рыжего цвета, волосы имеет, но у него энергетика такой рыжей лисы, где он все хотел бы кругом, так шмек-шмек, это устроил, это и здесь успел, и там успел. Он хотел бы все успеть сразу. Иногда так у него бывает, что он сразу все не успевает. А теперь, если вы хотели бы что-то изменить, смотрите, это карта кольцо. Если вы еще не женаты, конечно, вы хотели бы, чтобы он стал вашим мужем, вашим спутником жизни. Вы хотели бы, чтобы он был постоянен в своих чувствах к вам, чтобы он наконец держал свое слово. Вы хотели бы, чтобы, вот знаете, чувствовать себя с ним, как собака с кольцом вместе. Да еще вот здесь ваша судьба прекрасна, прекрасная судьба вам, напророчили карты, да, очень прекрасную судьбу. Но я еще хочу добавить, что
собака с кольцом вместе, вы очень хотели бы, чтобы он вел себя постоянно, потому что кольцо постоянно дружелюбно к вам. Я вижу, что иногда он проявляет свой характер, скорее всего, да, скорее всего, потому что этого вы бы хотели. И это такие внезапные вспышки, он, кстати, быстро отходит. Это нельзя сказать, что он долго что-то держит. Но эти вспышки, может быть, вас где-то утомили. Но я бы сказала, что карта коса говорит, что у него такой характер вспыльчивый, коса вместе с лисой, и он быстро отходит. Но любовь у него к вам абсолютно стабильная. Это 4 бубен, это стабильное чувство. И преданность у него просто собачья к вам, да. Ну, а карта рыбы вот у него в ногах говорит о том, что он хотел бы и денег для вас заработать, и показать вам свою любовь, и удовлетворить вас, можно так выразиться, и днем, и ночью. Этот расклад божественный, это вообще основной скелет расклада. Эти карты основные. Вот знаете, что написано пером, то не вырубишь топором. И это именно в этом раскладе видно. И я хочу еще раз подчеркнуть, что вот эти два креста, да, это, кстати, кельтский крест, который старинный. Кельтский крест старинный не из 10 карт, кстати, а из 6 карт. Так вот здесь именно такой кельтский старинный крест. Одна карта связывает вас, да, связывает. То есть это самое главное, самое-самое главное, что здесь есть. Но я хочу еще добавить, что будут еще другие места заполнены, потому что мы должны получить советы, подсказки, посмотреть, есть ли что-то, какое-то предупреждение, потому что мои расклады очень глубокие. Я говорю то, что есть, то, что видно. И если есть какое-то предупреждение, я обязательно, я иногда на предупреждение трачу 10-15 минут, чтобы, ну, как донести всю информацию, да. Есть ли какое-то предупреждение? Есть ли какое-то? Девочки, дом вышел. И шестерка червовая. Смотрите. Любовь очень сильная, стабильная. Я спросила конкретно. Нужно ли ему что-то знать, или вам даже, кстати, потому что вы сюда смотрите, есть ли какое-то предупреждение для вас, да, чтобы он хотел поменять, он хотел бы свою вспыльчивость поменять 100%, чтобы он хотел изменить, если мог бы, да, если мог бы. Он часто себя корит за то, что он вспыльчив, за то, что он часто необдуманные поступки делает, но он знает, что вся его любовь, она держится на стабильном отношении к вам и на любви. И то, что он, ну, хотел бы очень-очень, чтобы вы вот полностью были удовлетворены им. Это четверка чаш. Это когда полное удовлетворение есть человеком, да. Вот этого он и хочет. Я здесь не вижу предупреждения. Ну, а теперь я еще спрошу предупреждение с вашей стороны, может, какое-то есть. Может быть. Опять треф. Вот как интересно сегодня карты гадают. Каждый раз по-новому, да, каждый раз интересно. И четверка опять. Как вы видите, в раскладе очень много четверок. Это говорит о том, что 4, 2, 6. О том, что стабильность. Вы должны знать, что стабильность у вас просто на пороге с ним. Будет очень скоро стабильный его поступок. Придет, позвонит, приедет, скажет, как любит. А может быть, даже у кого-то и брак. И очень у многих, наверное, 90% девочек, кто меня слышит, это будет у вас, вы женитесь. Потому что ключ к успеху, и у нас карта кольцо здесь, правда же? Здорово. И также трефа означает семья всегда. Семья – это желание, огонь между супругами, это на всю жизнь. Оно, а ключ, конечно, это решение всех-всех проблем совершенно, да. И успех. Здесь написано success, то есть успех, certain success. Это точный успех написано на карте, да. И здесь какое предупреждение? Я никакого предупреждения пока не вижу. Но во всяком случае, мы продолжаем спрашивать, да, если бы вот он мог сейчас вам сказать, что бы он хотел изменить, если еще что-то, я все глубже и глубже иду, вот этот черный фон расклада говорит о том, что мы идем просто вглубь, да, в его душу. Смотрите, это восьмерка червовая. И, кстати, вот интересно, что котики, именно коты, да, в этих картах, они хорошие, это хорошая карта. Потому что, во-первых, она компонуется с восьмеркой червовой. А восьмерка червовая – это одна из самых лучших карт. Когда уже все так у человека хорошо, что он хочет еще добыть большее счастье, да, если так идти по Таро восьмерка чаш.
И здесь стабильная совершенно удача. Ну а котики именно на этом карте представляют собой комплименты. Комплименты, которые он вам будет дарить. Он будет ласковый к вам, он будет лащиться к вам, будет ласковый и преданный вам. Кстати, много тотемных животных здесь. Смотрите, лиса, кот, собака, рыба. И все такие животные, которые возле нас живут, в нашей широте, да. То есть мы их встречаем часто, они дают нам эту энергетику. Это энергетика ласки, когда он дарит вам комплименты, когда он очень хочет сказать вам. Иногда мужчина не может высказать, и мы так ждем, ждем долго, а потом спрашиваем: окей, что ты думаешь об этом платье, ты что не заметил? Он говорит: я заметил, но мне было как-то неловко тебе сказать это, потому что другие люди были рядом, я не хотел как бы на личные темы, но тебе очень красиво в этом платье, ты просто, ну, божественная в нем, да? Вот иногда нужно спросить у него: а как тебе это, или как тебе то, во мне нравится, да? Так можно спросить. Что он будет делать именно вот сейчас, в тот момент, когда вы смотрите расклад? Это его любовь к вам, король червовый, и он будет с вами заключать договор. Видите, это все подходит к карте кольцо. Он будет заключать с вами договор. Он будет на вас жениться, скорее всего. Очень хорошо. То есть эта карта говорит, что у вас будут отношения все более тесные с каждым днем. И эти тесные отношения придут к тому, что и он не сможет без вас жить, и вы не сможете без него жить. Я сейчас спрошу, есть ли на вашей паре какой-то негатив? Есть ли на вашей паре какой-то негатив? Это разбитое стекло, разбитое зеркало, и это восьмерка бубен. Да, был негатив. Да, был, и он был долго. Или 8 месяцев, или даже 8 лет, или 8 дней, если вы только познакомились. Вы знаете, мы часто знакомимся в соцсетях, и там негатива полно, потому что сейчас вот эта всеобщая транспарантность, она, конечно, она хороша с одной стороны, а с другой стороны люди, которые вот копили в себе эту чернь, это зло, злобу, эту ненависть, они все это выплескивают сейчас, да. Это больные люди. Нужно знать, которые там хотят вам подножку поставить, но это люди просто нездоровые. Их сразу видно. Когда люди говорят плохо о других людях, они показывают свое лицо. И, видимо, кто-то ему наговорил: посмотри, там у него то и то, да, то и то не так. А был негатив. Кто-то даже где-то заказывал, потому что вообще зеркало – это mirror scrying, если кто не знает, это гадание на зеркале, древний способ. И здесь... Да, кто-то было заказано, они, видите, как зашли потусторонний мир, да, разбитое зеркало, написано broken glass, говорит о том, что кто-то хотел, чтобы вам не повезло, indicates ill luck, то есть это означает то, что кто-то даже заказал колдуна что-то на вас. Но я бы не сказала, что это хоть как-то отразилось, потому что посмотрите на эту красоту, да. Я спросила, было ли что-то сделано. Да, сделано было, чтобы так вы ушли из его жизни. Видите, здесь стул и пустой, чтобы вы ушли из него жизни, было что-то сделано. Но я хочу сказать одно, что это все уже сзади вас. Вот эта карта идет сюда, это позади, позади. А почему я вижу, что это позади? Потому что карты понимаются всегда как одно целое, как абсолютно одно целое. Да? Я теперь хочу все-таки больше спросить об этой карте «Разбитое зеркало», что там было. Было поставлено на его бизнес, было его поставлено на то, чтобы вас очернить где-то в обществе, чтобы на вас наговорить, чтобы вас разлучить. Девятка трев, особенно... чтобы вот вы вместе не были, на это было поставлено. Ну, понимаете, пятерка трев вместе с картой клевер говорит, что вот это было сделано, и человек получил обратку. Вот слабенько. Потому что, понимаете, ой, эти все колдуны, ой, эти все колдуны, да. Оно не сработало. Не сработало. Вот и все. Не сработало. А кто делал? Женщина делала, да, которая хотела, конечно, помешать вам, делала какая-то женщина. Разбить вам сердце хотела какая-то женщина, да, было такое. Но это все сзади, это все позади. Окей, какие он хотел бы открыть вам еще тайны? Смотрите, у него сейчас бизнес пойдет.
Это карта дороги, у него откроются новые дороги. Это у него открываются дороги на деньги. У него сейчас пойдут дела, у него открываются дороги на деньги. Это трифовый туз, новые дела у него начнутся. Что он еще хотел бы изменить? Он хотел бы, чтобы пошли дела, и они у него пойдут. Это тройка червовая вместе с картой солнца. Он сейчас трансформируется, открывается. Солнце – это открытие дорог. У него откроются дороги и будут успешны. Если так читать карты как предложение, что я, кстати, всегда и делаю, это правильное чтение карт как предложение. Смотрите, как здесь уже все красиво. Не знаю, видно ли вам? Да, вроде все в кадре. У него сейчас открываются дороги. Открываются дороги на карьеру и на брак, потому что трифовая масть – это тоже брак. Это счастливый брак. У него открываются дороги на счастливый брак. И это будет успешная дорога. Очень успешная. Просто он будет выбирать просто, знаете. У него будет столько бизнеса, что он еще будет выбирать. И бизнес с вами – это семья. Это, конечно, формируется сейчас у вас счастливая семья. Смотрите, карта сердца вышла еще. Ну вот подтверждение того, что вот эта женщина – дама пик, вы знаете, о какой женщине идет речь. Ну, нет, ничего не получилось у нее. Это зеркало, оно отменяется. Посмотрите тем, что творится здесь, какая красотища, да. Итак, карта сердца. Что сподвигло его на новый бизнес, на новые дела, на то, чтобы прикрыть ротик, набросить платок на этот черный роток и так далее. Он все сделает, не волнуйтесь. А потому что любовь у него к вам, она очень сильная, это карта сердца. Итак, что здесь написано? The heart signifies great joy when near. То есть, конечно, near him. Но это если в больших раскладах. When near – это если близко. Но здесь, конечно, эти карты, кстати, можно раскладывать как пасьянс. По закону Гранд Табло Ленорман, и об этом идет, если близко. Так вот, радость. Радость у него в сердце при виде вас. Как вы знаете, у собаки, у вас есть собачка, да? Та же точно эмоция. Он всегда переживает радость, когда видит вас. Я бы еще хотела знать, вам на посошок, я возьму еще одну карту, вам на посошок, и потом протрактую весь расклад как одно целое, да, резюме сделаю. Что еще вам посоветуют высшие силы? Сейчас будут подсказки именно от высших сил для вашей пары. Вообще вот этот расклад, это просто оберег на счастье, я вам говорю. Редко, когда вот такое выходит. Такие положительные карты. Итак, что вам хотят сказать высшие силы? Это карта тучи. И она говорит, да, вы пережили время страданий. Да, вы пережили время неудач с ним, да, это было связано с этим разбитым зеркалом и с дамой пик, вы знаете, кто это за дама, прекрасно знаете, вы уже сейчас знаете, но это было временное время, это было просто такой, знаете, период в жизни. Не волнуйтесь об этом, не смотрите назад, ни в коем случае. Потому что сейчас, именно через этот расклад, мы вызвали его, и вы услышали, какие слова он вам говорит. Он показывает свою преданность. Он показывает, что любит вас, хочет на вас жениться, если он еще не женат. Он ласковый к вам. Он хочет, чтобы у вас было много денег. Кстати, может, подарки готовить для дома. Рыба и дом, и сердце вместе. Он очень торопится вам это все рассказать. И он нетерпелив в своем поиске. Потому что здесь лиса тоже. Лиса – это хорошая карта. Это харизма, это находчивость. Это, кстати, мужская сексуальность. Все это вместе взятое. И, конечно, сердце вместе с солнцем – это в его сердце всегда радость, когда он вас видит. Всегда. И тоже вот у вас образ мышления у двух одинаковый. Потому что собака – это понимание, да? Собака на человеческом языке не понимает, но хозяина чувствует и понимает. Даже если он далеко, она все равно чувствует. Так что у вас есть вот такое особое взаимопонимание. Как-то вы чувствуете друг друга на таком тонком уровне, да? И теперь, потому что у вас вот до такой степени похожее, что у вас язык, процесс мышления одинаковый. Вот процесс мышления у вас очень одинаковый. И маленькими шагами, вот такие тотемные животные помогут, да, маленькими уверенными шагами вы будете продвигаться к общему счастью. Абсолютно. А маленькие шаги – это когда вы лечите вот этот страх, да?
Когда мы, знаете, прыгаем, и нас пугают, мы прыгаем в неизвестность, нас пугают. Вот здесь вы знаете кто. Но когда мы выбираемся маленькими шагами и просчитываем каждый шаг, здесь много трифовой масти, это приключения в жизни, которые вас сведут вместе, которые сделают вашу реальность счастливой. И что такое реальность вообще, да? Если вообще существует ли реальность? На самом деле, наверное, реальности как таковой нет. Потому что у каждого человека реальность своя. Она как бы есть, и в то же время ее нет. Как выглядит настоящая реальность? У каждого человека настоящая реальность своя. Каждый видит мир своими глазами. Как видит тот, который вот черноту это наслал? Он видит мир вот так, да? И он останется в этом мире, потому что ему возвращается это дерьмо назад. Как видите вы реальность, и он, как дружелюбная собака, понимаете? Вот так вы видите реальность. Что вам советуется? Не видеть реальность, как в тучи, потому что это было все в прошлом, это ушло навсегда. Вам по судьбе иметь счастье с ним. Вам по судьбе с ним жить долго и счастливо. Вам по судьбе быть в браке с ним. И вам по судьбе быть богатой, потому что ключ четверка и треф – это богатство. Богатство дается вам. Вам по судьбе знать, вот сейчас, если бы он хотел, мог бы, он хотел бы вам вот что сказать. Он сделает все, что для вас, чтобы для вас заработать. Он сделает все, чтобы согреть ваше сердце любовью своей. Это четверка червовая и рыбы. Он сделает все возможное, чтобы в доме были и деньги, и любовь, и покой, и уют, и взаимопонимание. Он сделает все, чтобы согреть ваше сердце, чтобы прижать вас к своей груди. Об этом идет карта сердца, когда сердце к сердцу разговаривает. Да? И он сделает все, чтобы с вами тоже дружить. А любовь-дружба – это 100% успех в любви. Вот это самая моя любимая карта. Здесь король червовый – это мужчина, которому можно верить, и рукопожатие. Такие цыганские символы, они очень-очень говорящие. Но в цыганском народе есть очень длительная традиция интуитивная. Это поэтому эти карты очень сильно интуитивные. Вот это все, что он хотел бы вам сказать. И здесь мы открыли с вами его тайные мысли. А также, что бы он хотел, если он мог бы, что бы он хотел изменить. Но если бы он мог, вот сейчас он вам говорит, самое первое, что бы он сделал, это убрал бы из вашей головы сомнения. Вам высшие силы говорят, не сомневайся, не напускай дыму. Понимаете, семерка пик – это хмурое такое состояние, когда переменчивая погода, то верите ему, то не верите ему. Девочки, не прыгайте по каналам и не смотрите. Ну, мой такой совет. Хозяин-барин, делайте, что вам хочется. Но что такое негативное предсказание? Это программирование на неудачу. Ну, а вы делаете свои выводы, понимаете? Потому что никакой психолог, никакой родитель ничего не даст вам такую информацию, как вот только те карты, которые вот так выложены для вас, и вы интуитивно нажали посмотреть, тогда оживает ваша ситуация, да, и происходит чудо, это точно. Угу. Теперь важно, чтобы вы настроили свой мозг на успех, потому что он хотел бы очень, если бы он мог что-то изменить, он бы хотел залезть к вам в голову и настроить ваш мозг на успех. Настроить на вас, ваш мозг на нестандартные решения тех проблем, которые вы сейчас видите между вами. Потому что стандартные решения были в прошлом. Я уже говорила, да, они не нужны никому. Прошлое оставим там. Его прожить опять нельзя. Вообще никто никогда не смог это сделать. Меня иногда спрашивают, как вот оставить прошлое в прошлом? Но его же назад не вернешь. Оно уже там и есть. То есть это все иллюзия, когда мы проживаем опять-опять прошлое. Если бы он мог хотя бы что-то изменить, он хотел бы залезть вам в голову и сказать, не живи в прошлом. Смотри на жизнь позитивно, потому что я тебя люблю, я тебе верен, я постоянен. Я сделаю все, чтобы сделать твою жизнь счастливой. Не живи в прошлом. Вот это он хотел бы вам сказать. И это единственное, кстати, что он хотел бы изменить между вами. Потому что уже все другое между вами прекрасно. Я уже это все рассказала. Конечно, можно еще раз послушать повторение мать учения и мои расклады вот в разное время. Даже если через 2 месяца опять послушаете, что-то свое услышите. А если даже ничего не услышите, просто расслабитесь, подсознание все услышит. И подсознание все поймет до конца. Вот.
так вот получается. Я собираю расклад. Собираю расклад, это займет одну секунду. И в процессе сбора, потому что я священник, я посылаю вам оберег. Это вот эта собака прекрасная между вами. И счастливый дом, и радость в сердце. Вот эти все карты. Остальные карты я убираю, но этот оберег я сейчас так сделаю, чтобы вы могли его себе взять на счастье, да? Хочу сказать, девочки, если вам я помогла, помогла разрулить что-то, понять что-то, а вы скажете, умом что-то не очень понимаю, сердцем надо понимать. Умом не нужно понимать гадания, девочки. Многие смотрят гадания, как будто там в школе учат что-то. Да нет, так не смотрится гадание. Если я помогла вам как в какой-то степени, большой или маленькой, не в этом дело. Потому что иногда маленькая степень, она, кстати, больше, чем большая. Поставьте лайк. Это уравновесит энергию между нами. И, конечно, гадание таким образом бесплатно будет оплачено. Да? То есть оплата – это лайк. Я тоже благодарю, кстати, спонсоров канала тоже. Благодарю, потому что я не принимаю лично. Благодарю спонсоров канала, которые поддерживают мою работу. Я преподаю, и это у нас большая колода. Есть уроки по младшим арканам Таро, и там я игральные карты тоже прохожу по Таро. У меня можно на сайте все посмотреть. Но здесь тоже связь с Ленорман, знаете, здесь связь со многими предсказательными системами, которые исторически себя уже доказали и проверили. Поэтому они очень и очень правдивые. Забирайте себе своих двойников, они уже все поняли. Дружелюбие, счастье, покой, радость в доме между вами будет. Даже если вы такого мужчину еще не встретили, девочки, не переживайте. Потому что что делают такие расклады? Они делают так, что вы начинаете приближать возможность встретить такого человека, знаете. Да, вот это и делают такие расклады. Смотрите, какая красота, да? Какая здесь красота. Вот. Так что, если кому надо, приобретайте уроки, но уроки приобретают обычно люди, которые хотели бы сами раскладывать для удовольствия, если есть желание. Если вы хотите приходить на мои следующие расклады, буду счастлива, подписывайтесь на канал. Ой, что-то у меня все улетает. Подписывайтесь на канал, потому что мой канал, он только для того и существует, чтобы вам помогать. Всех обнимаю, люблю из Ванкувера, Канада. Приглашаю вас еще. Буду с нетерпением ждать, когда вы опять нажмете посмотреть. И это, конечно, важно, потому что это чувство идет изнутри. И я буду вас ждать с нетерпением. Люблю всех и жду вас. Пока!